Грабли выше в два раза. Движением не хватает ловкости. Зато огромное желание и искренний интерес. Радмиру 2,5 года. Малыш впервые взял в руки грабли. Это самый юный участник общегородского субботника за всю историю Нижнекамска. Так-то у нас помощник заботливый. Помогает, старается. Да? Радмир, понравилось тебе убираться? Нравится всем. С хорошим настроением работают и взрослые. Сегодня в Нижнекамске прошел первый общегородской субботник. Генералить на улице города вышли сотни людей. Работники градообразующих предприятий, государственных учреждений, коммунальщики. Работается весело, погода чудная. Чтобы чистый был, приятно посмотреть будет. И субботник уж. Погода отличная, работа. Облагораживаем город. Клубы пыли, кучи мусора. В рамках санитарного двухмесячника будут убирать не только центральные улицы Нижнекамска. Вся территория города схематично разделена. За каждым участком закреплены ответственные за чистоту. Выходим и убираем. Кристина Матвеева будет отвечать за чистоту всего города. Журналист нашей телекомпании не пропустит ни один субботник. Будет проверять, как убираются нижнекамцы. Наша телекомпания объявила свою экологическую акцию в рамках санитарного двухмесячника. Каждый человек ответственен за то, что он делает, и я буду строгим, но справедливым комиссаром чистоты. Проверять буду хорошо и тщательно. Наша акция носит лаконичное название «Чисто тут». А где именно, мы предлагаем рассказать уже вам, нашим телезрителям. Звоните нам по телефону 077 и приглашайте нас на свой субботник. Мы расскажем и покажем всех, кто делает наш город чистым. Цель нашей акции под названием «Чисто тут» – привлечь как можно больше людей к уборке нашего любимого города. Анастасия Шакирова, Рафаэль Акипов, новости НТР.